В Государственном совете Чувашии начался, что называется, новый сезон. Депутаты собрались после летнего перерыва. В повестке 22-й сессии 22 вопроса. Один из главных – о региональных льготах ветеранам труда. Удивительно, но новый закон принимают для того, чтобы все осталось по-старому. Дело в том, что свои льготы ветерана труда, а это женщины, чей трудовой стаж составил 20 лет, и мужчины со стажем в 25 лет, сейчас получают по выходу на пенсию по достижению пенсионного возраста 55 и 60 лет. Депутаты Госсовета предложили право на получение льгот привязать к достижению не пенсионного возраста, а просто 55-летия для женщин и 60-летия для мужчин. Независимо от того, что в проекте закона, в котором будет повышены, если депутаты Госдумы проголосуют за это, будет повышен возраст пенсионный для женщин и для мужчин, да, вот независимо от этого, те льготы, которые были у людей прежде, ну, давайте ветеранов труда скажем, они сохраняются. Этот закон сыграет в пользу тех, кто будет иметь право на досрочный выход на пенсию. К примеру, многодетные женщины или работники вредных производств. По достижению указанного возраста, кроме пенсии, они будут получать и ветеранские выплаты. А вот еще пример. Женщина. Ей, предположим, 55 лет. И уже больше 20 лет она отработала. И внезапно лишилась работы, ну или решила не работать, а сидеть дома, например, с внуками. Пенсия ей еще не положена. А вот региональные выплаты, как ветерану труда, она уже может получать. Региональные льготы, они выплачиваются из регионального бюджета. Почему так вот принимаем? Потому что уже сейчас идет формирование бюджета на 2019 год, и до формирования бюджета закон должен быть принят. После выступления Владимира Путина подобные вопросы сейчас в повестках дня региональных законодательных собраний по всей стране. Уже сейчас такие законодательные инициативы появились в 65 регионах. Большая просьба эту инициативу поддержать. Просьбу Алены Игоревны, как и сам законопроект, поддержали не все. Против двое, однако большинство за. Решение принято. Ольга Пырочкина, Бахтияр Велиев, Игорь Зверев, Республика.